Добрый день, дорогие друзья, чайник здесь. И сегодня, да, опять распаковка. Да, ну, люблю я их. Та-дам! Сразу к делу, так сказать. Это Asus ROG Azot. Это беспроводная клавиатура с OLED-экраном. Марина, надеюсь, где-то здесь ставит мем. Ну это пиздец какой-то просто. Ну сколько можно? Вот у нас встречает внутри еще одна коробка. Черненькая, красивенькая. И вот так вот распаковываем. И ох. Тут прям приветственная записочка. Кому надо, поставьте на паузу, почитайте. Тут прям что-то типа чехла, и в нем клавиатура сразу. Как ее достать-то? Вот так вот. Так, ладно, клавиатуру на секундочку мы отложим в сторону. Убираем верхний этот пьедестал. Тут внутри еще коробочка. Инструкция, гарантия. И тут больше ничего, поэтому мы можем убрать большую коробочку и оставить только маленькую, в которой наверняка будут все необходимые аксессуары для этой клавиатуры. О, выглядит, конечно, стилево. Так, в чем суть, да? Это Keycap Puller. It's okay. Это Switch Puller. Нормальный такой. Super good. Это у нас открывашка для свечей, прикиньте. Super good. Брендированная. Это, собственно, Loop Station. То есть для того, чтобы смазывать свечи, да, то есть они, конечно же, вроде как предсмазаны идут, но все же. И три запасных свеча на всякий случай. Напоминаю, клавиатура Hot Swap. Ну, вроде прикольные. Так, далее удлинитель, смазка. Сомнительно, но окей. И кисточка, кстати. Кисточка. Вы вообще как? Где-нибудь еще видели такой комплект масс-маркет клавиатуры? Они классные. Там классные ребята, продвинутые, молодые. Я нигде не видел, если честно. Кабель я благополучно убираю в свой шкафчик. Это мы благополучно засовываем обратно. Оп. И убираем пока что. И теперь непосредственно сама клавиатура. Вот в таком что-то вроде холщовом мешочке. Она прям очень увесистая для масс-маркет клавиатуры. Прям, ну, не дать соврать, наверное, килограмма два точно. Потом, если вам очень интересно, я, конечно же, ее могу взвесить. Удивительно, но стабилизаторы смазаны. Ну, мне даже нравятся эти свечи. Так, у нас тут есть, понятное дело, регулировка по высоте наклона. Двухступенчатая. Тут, кстати, наклеена наклеечка. И больше ничего. Если что, клавиатура Gasket Mount, Hot Swap. Может работать по Bluetooth, по радиоканалу. Вот, кстати, тут, по-моему, переключение, да? Опа. Опа. Блин, все хорошо, но вот эти вот белые русские буквы меня прям калят. Вот так отвратительно они это сделали. Ну зачем? Ну блин, ну на фотках же было, что она не на русском. Ну ладно, они хотя бы шрифт выбрали. Ну, я не знаю, это, кстати, официальная
Ну, по идее, если официально, то оно должно было и нижние буквы должны были бы светиться, но они не светятся. Кстати, тут есть такой ролик громкости прикольный. И OLED-экран. Выглядит сочно, красиво. В общем, мы ее погоняем, понятное дело, тоже протестируем, проверим, подумаем, как вообще с ней быть. Я вот не знаю, типа, мне не так сильно, чтобы прям нравится эта подсветка, поэтому я, возможно, заменю кейкапы на какие-то другие, если честно. Скорее всего. Вот. А с вами был Чайник. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И до новых встреч, ребята. Пока-пока!